Я сужу на данном комплексе, который является самым, так сказать, современным, самым универсальным, готовым сбивать любые летательные аппараты. Во время спецоперации на Украине мной было совершено 20 пусков. 11 беспилотных летательных аппаратов различного типа, 7 из которых перехвалены Байрактар. И именно эта машина прикрывает наши вооруженные силы от авиации и беспилотных летательных аппаратов.